Всем привет! Сегодня расскажу, как играть аккорд D, ре мажор в трех позициях. Урок для начинающих гитаристов. Значит, первая струна у нас прижимается средним пальцем на втором ладу на первой струне. Вторая струна на третьем ладу безымянным пальцем. И третья струна на втором ладу указательным пальцем. Играется 4 нижних струны. Этот же самый аккорд можно взять полный аккорд, баре. На втором ладу прижимаем указательным пальцем все струны. Средним на второй струне, на третьем ладу безымянным. Четвертую струну на четвертом ладу. И мизинчиком на пятом ладочке пятая струна. Играется 5 струн. Следующая позиция. Баре на пятом ладу. Указательным пальцем прижимаем. Мизинец седьмой лад, вторая струна. Третья струна седьмая. Седьмой лад. Четвертая струна тоже седьмой лад. Еще одна позиция. Прижимаем указательным пальцем на 10 ладу. Средний пальчик у нас на 11 ладу. Мизинец на 12, на 4, на 4 струне. Пятая струна на 12 ладу тоже. Играются все струны. Всем спасибо. Удачи!